Бюджет на будущий год не предусматривает дополнительных средств на содержание соцучреждений. А они нужны, учитывая возросшие тарифы и заоблачные цены, предупредила на заседании Кабмина Башкан-Гагаузии Ирина Влах. Она снова обратилась к правительству с просьбой выделить из госбюджета недостающие средства. Однако глава Минфина Дмитрий Будянский ей отказал. На заседании правительства глава Гагаузской автономии отметила, что в госбюджете на следующий год не предусмотрены дополнительные средства на содержание социальных учреждений. Они остались на уровне текущего года, когда тарифы на природный газ были ниже. Am constatat că nu a fost adaptare fondurile alocate pentru întreținerea grădinițelor, școlilor, instituțiilor medicale și altor obiecte sociale. Mă refer la creșterea tarifelor pentru gazele naturale, care cresc costul de întreținere a acestor instituții. Башкан настаивает, растут не только тарифы на коммунальные услуги, растут и цены на продовольственные и непродовольственные товары. То есть реальные расходы соцучреждений намного превышают те суммы, которые для них предусмотрены. Но глава Минфина Дмитрий Будянский не посчитал приведенные аргументы весомыми, посоветовал поискать дополнительные деньги в местном бюджете. Гагаузия sunt într-o situație cu mult mai bună, fiindcă ele au practic toate impozitele se opresc în Gagauzia. În restul localității situația este puțin mai dificilă. Хотя министр финансов и признал, что соцучреждениям по всей стране придется сложно, тем не менее так и не сказал, какое решение будет найдено. Напомним, с 1 ноября потребители природного газа платят тариф 11 леев 8 банов за кубометр. Вопрос о сложностях, вызванных колоссальной разницей в расценках, с которыми сталкиваются больницы, детсады и школы по всей стране, неоднократно и безрезультатно поднимали мэры и председатели районов.